Авиастар СП проводит день открытых дверей. На территории завода свою выставку организует музей Эйнштейна. Вход свободный при наличии паспорта. Развлекательная программа «Ульянск Крылатый» стартует в 15:00 в районе торгового центра «Стройград». Участников ждут игры, викторины и мастер-классы. Возле торгового комплекса «Панорама» пройдет фестиваль молодежных творческих коллективов «Высший пилотаж». Здесь разместятся площадки автономии «Национальная деревня». Начало в 16:00. В 21:00 начнется выступление звезды российской эстрады, группы «Цветы» Стаса Намина. Фейерверк запланирован на 10 часов вечера.